Бля, мне указывают там две стадии, а ну-ка, подожди. Как там это работает? Кто знал ты? А, все. Если змея нет, эта хуйня не работает. Ну да, это, короче, как тот меч на Годрике, там, ебан, или как он там, великан, в общем. Там же тоже, там-то, правда, спел работал, но по нему наносил там колоссальный урон, а по обычным мобам не наносил ничего. Так, не хватает, не хватает. Наверное, опять мудрость хули делать, она мне дэмэдж поднимает. А, фляжки перекинь. Бляги. Увеличит количество? Нет, не увеличит количество. Распределить. Короче, босс вертолет. Местный. Надо убрать лягу. Что у нас еще тут есть? У меня, во-первых, есть вот это. Можно обмазаться, как я не знаю чем. Надо сходить в хайдаут, или как он там называется. Посмотреть. Я не могу вызвать. Я там нашел сет. Кусочек сета. Возможно, здесь он тоже есть. Надо осмотреться. Но я вообще не рассчитывал, что здесь, блядь, будет босс. И хозяин руны, тем более. Я даже если рассчитывал на босса, но явно не на хозяина руны. Ну еще он такой, типа, лайтовый. Я пушку дали против борьбы с ним. Типа, вообще не чувствую. Так, включи фонарик. Ну, чё-то я нихуя не вижу. Ну, в общем, с этим даже не пахнет. Эх. Но я там подобрал кусочек. Давай посмотрим. Может быть, он меня как-то должен был жестко чего-то задефать. Накидка глаз, да? Говнище ебаное. Поверх кольчуги. Блин, а спереди указано то, что сражение принадлежало слуге Гидеона Всевидящего. Его глазам и ушам. Не очень понятно тогда, почему верх есть, а остального сета нет. Ау. Ну, как бы и хуй с ним. Правильно? Правильно. Это кто? Танит, хозяйка, конец, мятежник, Барнал. А почему как торговец? В общем, у меня там есть где побегать. Надо зачистить тоже нахуй всю эту локацию туда и идти в нормальную локацию. Я уже хочу там по осени побегать, блядь. Там прям чудесно. Так. Давай немного сортирнем сундук. Выкинь. Так, на какой-то костер-то, блядь, прыгнуть надо. Игли. Подземная комната инквизиции. А, вот где это я. Это там, где меня тэпнули. Там тоже, кстати, два босса есть, и они жесткие. В принципе, можно пойти дать им пизды. Вот прям пизды. Не пизды, а пизды. Обнимашек хочешь? Ну да, блядь. Ёбаный лонграунд меня победил. Хотя мне 98к, чуть не очень-то хочется получать пизды и мне. Эх. Там он что-то лежит. Надо бы забрать. Как я потом вернусь? Не важно. Бабочка, да, понимаю. Ребят, давайте не будем.
Так, басы где-то здесь. Басы, а басы. Я как раз таки помогал их товарищу разъебать. А там нет, там походу... Да, надо бы сначала до них дойти. Так, в другой стороне они, блядь. Пойдем, пока баф, блядь, не сполз нас. Басы, а басы. Так, главное... Соплю заю за тех, кто двое. Подожди, дай попью. А, блядь, камера, камера, не подводи меня, камера, блядь. Так, а потом надо нажимать. Опусти, нахуй. Она просто выкинула меня. Не проканала. Нет, стой! Ну ты чё, ебать? Не отпускай. О, опустилась. Ебать, как я это пережил, нахуй. Подожди. Ебать, а чё она так быстро отклеивается? Я думал, тут что-то жёлтенько, блядь, а тут какая-то ебала. Ну да, если я пережил два захвата. Вот такое. Чё, денег дали, блядь, хуй да нихуя. Как говорится, с гульки не члень. О, хо-хоу, здрасте. Это где я? Это я в этот вернулся? На родину, так скажем. Нет, это вулкан все еще. Это все еще вулкан. Подожди. Как это вулкан? А, ну вот это выход типа из вулкана, да? Кипящая река. Неплохо, неплохо. Но тут я уже могу попасть. Вон, кстати, какие-то развалины. Я в них, интересно, был? Скорее всего, был. Не, ну пока что мне... Я там не все пролез. Надо закончить уже с этой хуйней. Типа в пизду. Ну да, я думаю, жестче будет, кстати. С товарищем там нормально так и гребли. Пока думаю, левелами были обоссанными. Ну сейчас тут, блядь, батя пришел разруливать ситуацию. Ой, там нет. Надеюсь, не на могилку. А, тут больше нихуя нет, да? То есть мне просто надо уебывать. А, я типа мог их им дать пизды, когда меня там убили, и типа на плато. А, вот в чем прикол, кстати. Да, если бы у меня хватило скилла, а я просто даже не пытался. Если бы у меня хватило скилла, я мог бы дать им пизды и просто выйти на плато Альтус, ебать. Без всякой хуйни. Без всяких подъемников Дектуса, блядь, без всяких руин вот этих вот ебаный. О, ГГ, кстати. Это забавно. Так, сейчас пойду посмотрю там, где я не был, блядь, потому что я уже нихуя не помню, если честно. Так, тут-то я был. Там где-то блестяшечка была. Вот блестяшечку надо забрать. И, по-моему, с этой частью все. С этой частью все. Там я в городе в этом не шлялся. Ну да, короче, маршрут мой какой-то ебанутый был. Так, погоди. Бля, никак, да? ГГ. Это ебало будет ездить, да? Ну да. Ай, не, давай, успокойся, нахуй. А, мне там в дверь же надо подняться. Чё-то я тупанул. Так, хоп, всё, засижу. Змей.
Нихуя себе. Это что такое, блядь? Ты охуела там? Бля. На прикал. Не, вроде отъебывает. Жалко, что и урон не наносит, хотя бы слабый. Я же надеюсь, я здесь выживу. Ты чё, рофлишь? Оп. Да, ради этого? Смешно. Иди нахуй. Ну, получается, и все. Типа, мост у меня есть. Там я, по идее, все закончу. Правильно? Военная память. Чего я могу сказать? А, здесь я тэпнулся. Вот почему я нихуя не помню. Да, здесь я тэпнулся, и получается все, ГГ. Так, тут у нас хозяйка, мятежник. А если сейчас хозяйка позвоню, что она мне скажет? А что за храм? Подземная комната инквизиции. Храм. Храм, я так понимаю, это... А, все, блять, долбоёб. Понял, спросим хозяйку. Может быть, она что-то скажет по поводу того, что я дал пизды. Ее, не знаю, кто это, собачка? Змейка. Здравствуйте. Ты. Да, я. It's true, then. You've defeated our lord. Как лоха. No. I must thank you. Our lord was yet weak. You have taught us that. Defeat is not the end. Our lord is immortal and will one day rise again. Stronger. Until then, I must stay the path and do my part. I will leave the volcano manor before long. I suggest you do the same. I will miss these encounters. The champion who walks the tainted path shines all the more. I always was an admirer. Что-то было незаметно в начале. This is farewell. Perhaps we will meet again along the path. Не сомневаюсь. This is perhaps. Да, ладно, ладно, все, вали. Мужик. This is perhaps. Понял. We will meet again. Ты это ж. Подожди. Ну что это за блестяшки? Спасибо. У меня наш тайм, блядь. Так, пропал мужик. Да, я, наверное, зря убил. Я не думал, что это хозяин, блядь, рун. Ну-ка, хоть бы подписывали. Здесь пиздец, эпических масштабов. Потому что я много каких там заданий еще не поделал. You killed Rykard. I harbor you no ill will. The strong take. Such is our code. Even he was prepared to meet a wretched end when he first took blasphemy unto his very flesh. But any road, the volcano manor is no more. Though we may yet fulfill an old promise. We hunted our own kind and took what was theirs. And with everything in hand, the time has come to rise against the Erd Tree. Я на такую хуйню не подписывался. O greater will, hear my voice. I am the recusant Bernal, inheritor of my brother's will, and you will fall to my blade. We refuse to become your pawns. Consider this fair warning. А ты с кем пиздишь, молодой? О, greater will, I am the recusant. We refused. А похуй, иди нахуй. Вообще не важно. Мне вот важно, куда этот трус ебучий, блядь, который... Я буду мстить! И съебался. Стюн ебучий.
Не, не то, что я буду мстить, все не обучал, а то, что он долбоёб. Так, вопрос. Тема сиси, как говорится, не раскрыта. Дверь-то заперта до сих пор. Ну это может, когда молодая, кстати, уйдет, я с ней попиздел. Может быть, она съебет? И где-то за ней секретный лаз, блять, не лагай. А почему ты так светишься? Нахуй ваше кольцо, Элден. Я здесь закон. Не открывается. Ладно. Я не вижу, как можно открыть эту ебучую дверь. Пойдем дальше. Так. По-моему, здесь. Здесь я, скорее всего, не был. С этой игрой явно что-то происходит, блин. Я могу понять, когда она типа прогружает мир, начинает тормозить. Сейчас она в карте, блядь, хули тормозила. Это, я так полагаю, самое начало, да? Вот он, да, мост. И я мог пойти туда. А гостиничка? А гостиничка это вон она, да? Да. Я там уже начал пердеть от нее. Здесь я так и не обперделся. Это ты глист. Так, там блестяшечка есть. Баклер змеелюд. Ой, блядь, я забыл. Так, беднота. Что тут собачка пока вкурила, что произошло? Отъехала. Блестяшку надо забрать. Это точно. Блять, ой, иди нахуй. Вообще не хочу, блять. Вот хоть усрись. Так, блестяшечка, вон она. Так, блядь. Пожалуйста, камера. Ох, а вот этого, блядь, я не ожидал. Пиздец, нахуй. Как ты, ебанина, блядь, вообще съехала с перил, блядь? Алло. Реально душнина, блядь. Можно я просто пройду, блядь? Не буду убивать каждого моба по 10 раз, блядь. Причем одного, блядь, и того же, сука, игра. Блядь, никуда ты, блядь. Ну теперь как-то возвращайся, что я тебе могу сказать? Я смогу сюда запрыгнуть обратно? Ого. А вон моя душа, кстати. Можно не агрить эту ебалу. Как казалось. Понимаю. Так, как бы не обосраться. Только душ на дороге не валяют. Валяются, но не валяются. Кто там согрелся, блядь? Здесь только перепрыгивать. Лежи, блядь. Где он был? А, вон он. Давай пока так. Личный камень 5. Засунь его себе в очечко. Так, как бы не обосраться здесь. Ага.
Ничего не знаю. Ну никто в меня говно кидаться не будет. Затяжечка тебя так по горбу. Давайте снимем дэмэдж. Я думал, это что-то как-то полубосс. А это оказался обычный босс. Но дэмэдж наносил мое почтение. Господи. Тут все такие двери. Это дырка? Не, раз там стекло мутное, значит туда по-любому не попасть. Здесь вот какая-то дверка. Он живой есть? Печать дерева Эрт. Это стрелковая. А, это этот, священная печать. Тоже ноль, кстати, весит. Колдовство, а, это мое колдовство, С. Вера, 40! Охуеть! Так если у нее нет навыка, нахону нужно, блядь. В чем его смысл? Все на крышах, блять. Я что-то думал тут попросторнее. Пес. В смысле, блять? Вот тут как можно было бы промазать? Прикалываешься? Иди нахуй. Ебися, народ. Ну это понятно, это вниз. Но мне, видимо, все равно, да, придется возвращаться. Бля, не хочу платформинг. Я был в рот платформинг. Вот я об этом еле-еле, блядь, допрыгнул. Ну, блядь, еще один платформинг. Причем, если тут обосрешься, тут все ГГ, нахуй. Блять, что-то как-то выглядит недружелюбно, нихуя. Это что такое, нахуй? А, это просто мужик. Да тут отъехал. Уже не просто так отъехал, правильно? Мистер Кувшинчик, а вы это, мирный? Давайте мы не будем с вами. Александр, а нет, это не Александр. Это обычный кувшин. Ну, я так понимаю, если я трону те, восстанут эти, да? Бля. Он, кстати, говорил, что здесь будет этот... Ау. Кувшин наш будет тут закаляться, типа. Я вот его, кстати, так не встретил. Там сплошная нихуя, я понял. Оп. Ау. Кувшинчики. Ну, блядь. Ну да, они не выделяются. Я не хочу не выделяемых типа трогать. Они, возможно, добренькие. Блядь, что за звуки были. Так. Это не хотят, чтобы... Ну, это дальше, да, нет. А, здравствуйте. Но это явно не наш товарищ. На меня мелкий закинулся. Тлеющий щит. Можно не надо? Стоит? Не стоит? Не знаю, ну я не хочу, но я так понимаю, если я все-таки на него накинусь, этот очухается, типа, все дела. Какой нахуй бог? Это лох. Ну ладно. Сделай вид, что дитё играется. Ты ж не будешь пиздить дитё за то, что на тебя накинулось, правильно? Хотя... Нахуй детей.
Ебать, акробатика. А туда в теории вообще можно допрыгнуть? Мужик, 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 мужик. Я вообще не в ту сторону смотрю. А я не ебу. Я тут явно не допрыгну, блядь. Слушай, у меня жопа с этих, блядь, сгорела. А явно не туда. Не туда. Каким, блядь, хуем? Нахуй ты сюда идешь? Ты говно кидается. Если я упаду, это же вилы, блядь. Как вариант отсюда спрыгнуть, здесь выше. Бля, ну это, блядь. О, Джеронимо. Ну вообще вся жизнь пронеслась перед глазами, если честно. Там ровно все дела. Ну так, сюда пути у меня нет. Я вообще надеялся туда подняться, но мне сказали соси жопу. А, я вернулся. Бля, а как туда? Окей. А здесь куда-то можно? Да, да, там, кстати, там же стоял молодой человек за воротами. И вот здесь от меня, по-моему, уже не было. Там залупа. А тут две залупы. Не лагай. Хуй сос. Там явно еще по домам надо пройтись. А, я понял где. Я понял. Мне надо вернуться и попрыгать по домам. Там я обошел. Подожди, а как же? Я сделал вид, что мы не видели друг друга. А как же спуститься? Тут же явно что-то есть, блядь. И мне надо туда попасть. Ой, блядь. Ой, блядь, что усралось, а? Не успел, не успел, не успел, не успел, не успел. Отпусти меня, блядь! Я все кнопки жму. Как ты заебала, как ты это так быстро делаешь, блядь? Пусти, блядь! Сейчас поедет. Ну да, его, блядь, сомневался. Просто лицо. Блядь, 130к. Скоро хватит на новый левел. Я вас даже не заметил, если честно. А, все, понял. Кидатель экскрементами. Так, куда я хочу попасть в теории? Вообще отсюда... О, подожди, ништяк. Ну, относительно ништяк. Так. Мне кажется, ли там вижу кто-то? Да, мне вот туда вот надо, как минимум. А, как-то попасть? Ага. По нижним крышам. Я тогда по верхним бахну. Не вставай, блядь. Понимаю. Почему, блядь? Я, блядь, даже разбираться не буду. Иди нахуй.
Просто иди нахуй. Взяла цель, сняла, тварь. Ну да, я типа могу наверх, но типа нахуй мне надо, правильно? Блять, чуть не усрался. Пойдем сверху снимем. Неудобство. Можно, блять, врагов ближайших захватывать. Так. Я все-таки полагаю, надо сначала внизу забрать. Тут были песики, правильно? Правильно. Так, это я помню, да, я понял, где. Перейдем наверх. Ну что-то я, блядь, я не вижу аутов, как выйти туда, блядь. Неужели с другой стороны надо заходить? Я, блядь, надеялся, что это. Блядь, все посмотрел, чуть не пизданулся. Понимаю. Ну чё, блядь? Докидался? На этому все мало. И все. Типа там лежит ништяк, и иди нахуй отсюда. Ну, блядь. Ну, блядь. Да, выходит, сюда как-то надо попадать по-другому. Потому что здесь, по идее... Я, блядь, все. Получается, здесь тоже все. Правильно? Вот здесь какой-то кусочек есть, кстати. Вот здесь есть кусочек. Дева-похитительница. А, ну да, дева-похитительница, но здесь я, по-моему, не смогу. Там достаточно ограниченное пространство. Там я вроде все пробежал. Ну, получается, где-то с другой стороны надо заходить. А здесь, получается, мои полномочия, все. Хотя, может быть, там внизу еще где-то что-то я все-таки не досмотрел. Как бы спуститься так относительно безопасно. Оп. Так, там мы были, там нихуя. Там мы тоже были, хотя вон, кстати, есть какая-то балка. И вон, и вон. Туда как-то можно попасть, но как? Там явно можно потусить. Ну, внизу я примерно понимаю, где это. Да, 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 все. Внизу я понимаю, где это. Я еще хотел бы не посмотреть, но я уверен, был, что там хуй-то. Внизу мы были. А вот как туда пробраться? Кстати, 142 косаря. Сколько мне надо на лаву? 144. Два косаря не хватает. Ай, выруба. Да. Вот это я смотрю. Нет, я смотрю сюда. Туда вообще можно попасть? Ну, я не думаю, что они такой кусок карты просто оставят, блядь, пустым. Я не верю в это. Я просто в это, блядь, не верю. Сюда вот надо каким-то хуем попасть, я думаю. А тут? Возможно, и тут. Хотя здесь, наверное, надо с этой стороны попадать. Потому что, да, я же здесь дропнул, типа. Одинокий гроб. Неплохо. Мелисента появилась какая-то здесь. А, это Мелисента... А, не, подожди, не-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 
вот здесь вот можно куда-то просто пойти. Вот как будто обоссанный замок, кстати. Но здесь пока ничего особо так не осматривал.
Там внизу я был. Так, может, что-то пропустил? Не, ну получается, я внизу все пролез. Единственное, что он как вон туда попасть. Точно, там же было две спускаемые эти хуйни. Бля, там не было телепорта, да? Бахни на гостиницу, точно вспомнил, там же телепорт был. Не телепорт, а лифт этот ебучий. Один меня поднял наверх, а один мог спустить меня вниз. Вот внизу я не был. Так, будем надеяться, что мне хватит на уровень. Хуя в тачку. Так. Мудрость так нехило бафать мой урон. Сколько у меня уже урон на руке? Блять. 917, это вдруг. Уже почти кусок. Так, мне надо. Даже я же там где-то шорткат открывал. Блять. По-моему, с храма, нет? Блять, забыл нахуй все. Змей проклятый. А, ебать, у него плёрка. Да ладно, блядь. А можно еще дальше? Вот, и получается, вот этот лифт меня отправил наверх, вот этому вот вниз я не скатался. Что у нас тут? Молодой человек от кого-то огребал. Дракон? Рили? Рили? Можно не надо? Ну да, тут вообще выглядит, как будто бы кто-то будет нам бить ебал. Такая типа пустая площадка, никого нет. Подожди, не надо, нет, подожди, нет, не надо, подумайся. Ебать, как больно! А ну-ка, льдом тебе. Угу, тебе похуй, я понимаю. Да, жирнючий. Там кучи. Че в лаве весь? Так, это я ошибку сделал. У меня заканчивается стамина. Это хорошо, конечно, но... Куда тебя бить-то? Бать, там сопля его топирует. Бля, надо бить. Ой-ой-ой. Найс. Молодец, сопля. Сопля геймчейнджер, ебать. MVP. Что-то я думал, хоть мультик покажет. Бля. Ну ты рофлишь. Что-то не так уж сильно меня дамажит. Как могло бы. О, это, кстати, нужная вещь. Ау. Что, наверное, какие-нибудь шмотки на резист одеть? Одеть когти, ебать. И скакать по этому огню. Где я? А, ну там вон файт был с драконом. На кой я пришел сюда? Да, блядь. А, это я вернулся, получается, на путь истины. Бля. Это не то, о чем я думал. Это не то, о чем я думал. Бля, карта не работает. Пожалуйста.
Ты доволен? Вот так. Вот какое-то место есть. Ну как сюда попасть, блядь? Ну здесь вот как-то можно. Могила героя. Не-н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 е. Туда я не пойду больше никогда в жизни, блядь. Вот какие-то... Не знаю, здесь можно, можно нельзя ходить, кстати. Вот здесь-то вот точно это обрыв, а вот здесь вот хуй его знает, кстати. А, ну да, ну да, ну да. Я ж когда выхожу, здесь вот у меня вот эти хуйни. А может быть на этих хуйнях можно и подняться? Потому что я, допустим, не догоняю, как мне попасть сюда. Я тут вроде все облез. Ну, насколько я могу судить.